Так, всем привет моим дорогим подписчикам. Я обещал снять вам видео, когда цветок расцветет. Вот сегодня наступил этот праздничный день. Смотрите, значит, расцвел цветок. Вот. Обратите внимание, какой красивый цветок. Огромный. Значит, что мы видим у декабриста? Значит, у него одна группа цветка, вторая группа листьев и третья группа. И дальше здесь пестики тычинки, видите? Вот, пестики тычинки. Я так подозреваю, пыльца, да. Пыльца, вот пыльца, видите, пыльца есть на нем. Так, вот такой классный цветок. Вот. Так, это один расцвел цветок. Вот второй у нас еще на нем расцвел. И третий большой. А, три цветка, из которых, обратите внимание, два полностью расцвели уже. Листья должны быть распущены вот так, под углом 90 градусов. Я думаю, сегодня это произойдет. Вот второй огромный какой, смотрите. Смотрите, какой он огромный. Тоже у него первая группа из пяти листьев, вторая группа и третья группа. И в конце третьей группы, как мы видим, вот такой шикарный бутон. Размер бутона, ну вот вам зажигалка, ой, зажигалка, вот вам обычная батарейка 2АА размером. Видите, цветок как батарейка размером. Вот, это вам для сравнения. Ну вот, могу еще банку витаминов показать. Смотрите, вот банка витамина, он девигексавит. Так будет всем понятно. Вот такого размера цветок. Да, так, чтобы все понимали размер. Вот у нас второй цветет, у него уже тоже вот один. Через неделю зацветет. Вон второй цветочек. Там третий, четвертый, пятый. Вон шестой. У этого что у нас? Три расцвело. Вот еще третий. Готов распускаться еще на половинчатой стадии. Видите, у него первая группа из пяти распустилась. Еще будет вторая и третья группа. Как вот у этого, смотрите. Видите? Первая группа, вторая и третья. Вот. Так что вот так вот расцвело, да. Кстати, чтобы цветок лучше цвел, надо иметь, видите, сзади стоит бутылка виски Джеймсон. 1780 год. Ириш виски. Да, литруха. Вот тогда цветок цветет намного лучше, когда сзади стоит виски. Так, ну это шутка. Что вам для размера, чтобы вы увидели вот такой красивый цветок, смотрите, такая вот красотища. Сейчас мы его снизу снимем. Вот смотрите, как смотрится здорово. Вот два, видите, уже полностью распустилось. Вверху еще два бутона, один через два дня распустится, другой через три. Этот бутон сегодня, еще вторую группу выпустит, и завтра, я думаю, полностью распустится. Этот уже практически полностью, сейчас фокусировку поймаем, практически полностью распустился. Вот смотрите, зафокусируем. Вот, зафокусировали. Видите, у него в каждой группе лепестков, так, сколько у него, 3, 6, 7 лепестков в каждой группе. В верхней группе 7 лепестков. В нижней группе, во второй, 4 лепестка. И в третьей группе 3 лепестка. Так, смотрим другой, который еще готов распускаться. Сейчас мы его зафокусируем. Здесь та же история. И видите, у него на тычинках есть пыльца. Честно говоря, не знаю, если их опылить, взять, допустим, выполнить роль пчелки, то есть я могу выполнить роль пчелки.
Вот как они распустятся, я возьму палочку такую с ваткой на конце. Есть у меня такие палочки, которыми уши чистят с ваткой на конце. И вот этой палочкой надо поводить вот здесь, потом вот здесь и вот здесь. И посмотрим результат. Может, какие-то семена будут, не знаю. Кто знает, напишите. Есть ли у декабриста какие-то плоды и какие-то семена. Может быть, как он размножается. Мы видели первый способ размножения. У него вегетативный способ. Вот, то есть можно оторвать любой из этих листьев. Допустим, вот этот. И тогда здесь вот они корешки. Видите? Сейчас, вот здесь корешки. Сейчас зафокусирую. Вон, видите, корешки, да? И вот эти корешки, если пустить их, вот смотрите, вегетативный способ, вот они корешки, видите? То есть вот эти корешки, причем обратите внимание, корешки у лепестка как внизу, так и вверху есть. То есть растение универсальное. Вы можете посадить его и вот этой частью в землю, и вот этой, и двумя. И у него он пустит корни со всех сторон и пустит вот такой центральный лист, который вот внизу вы видите, сейчас покажу. И от этого центрального листа пойдут другие листы. В общем, вот такой у нас декабрист. Видите, это уже я снимаю пятое видео. Кто предыдущие видео смотрел, может посмотреть, как он медленно распускается. Вот. Я думал сделать такое видео, где поставить видеокамеру, и пусть он каждый там час снимает, как он распускается. Ну, потом подумал, глупо это делать, потому что в интернете есть видео профессиональные, где ставят профессиональную камеру, и эта съемка позволяет, у них есть распускание этих листьев, цветов. Вот, в общем, два у нас вот таких, вот у нас два их, вот один декабрист, и вот второй декабрист, два декабриста. Так, как дела у наших орхидей, посмотрим. Да, у орхидей все хорошо. Листья зеленые. Внизу идут дополнительные корни. Эта орхидея задумала выпустить лист еще дополнительный. Стрелу она не пускает. А эта орхидея два плана выполняет сразу. И лист вот дополнительный выпустила. И видите, стрелу выпустила, на которой будут цветы. Цветы орхидеи я вам показывал. Вот в этом году были огромные цветы белые. Вот они высохли. И я их сюда кладу. Оно как для удобрения и как... Ну, короче, чтоб родная ее. Так, алоэ вера пока не цветет. Так, здесь у нас что? Здесь у нас юки тоже вечно зеленые. Мощный такой алоэ вера здесь у нас. Двух. На балконе у меня есть, правда, большего размера алоэ вера. Удобно. Видите, какое мощное растение, что даже я портьеру могу спокойно держать. Держит спокойно портьеру своей силой. Но я вот сколько алоэ вера всю жизнь их держу, ни разу у меня ни одно не цвело. Надеемся все-таки, что я увижу, как цветет алоэ вера. Я зашел на сайт интернета и увидел, как в Мексике и в Южной Америке цветет алоэ вера. Большой такой стебель, вот как вот эта палка, длиной метра полтора. И, кстати, на нем вот таких цветков штук 200. Вот так цветет алоэ вера. Вот. А это в данном случае декабрист. Ну что, подождем тогда распускания вот этой группы и вот этой группы. И тогда попробуем опылить их, посмотрим друг об друга, что у них там получится. Вот. Мне, кстати, одна девушка знакомая написала. Зовут ее Елизавета. Любительница цветов из Запорожья, живет в Запорожье, написала, что есть декабристы белого цвета и желтого. Я не видел, постараюсь сегодня в интернете найти. Все, всем спасибо, вопросы будут, пишите, подписывайтесь. Комментарии тоже любые, у меня разрешены любые комментарии. Можете и маты писать, все, что хотите. Но главное, те, кто впервые смотрит, подпишитесь. Мне нужно еще 170 подписчиков надо для полноты канала. Кому не впадло, подпишитесь, кто смотрит это видео. Нажмите там, когда смотрите видео, будет подписаться. Оно напишет, если у вас нет канала, создать канал, жмите ОК. Оно создает вам бесплатный канал, это ваш личный. Тогда вы сможете, никаких видео вам ставить не надо, просто можете подписываться и писать комментарии. Кто может писать комментарии, те уже могут подписаться, просто нажав подписаться. И вы будете подписаны. Всем спасибо заранее, особенно тем, кто подпишется. Спасибо.